Всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение сия игрушечки. Ух, что ж, довольно-таки долго я искал это задание, не было этого гребаного ярла, или как его там правильно, на месте, я не знал, что делать, вроде пятак был здесь, я весь замок обыскал, а потом оказалось, что нужно было просто подойти утром. Также я пытался выполнить другое задание, поговорить с Терезой, у нас там должно было быть, ну, не знаю, свидание, просто прогулка, пообщались, но... Она меня отшила, то у нее там дела какие-то, то у нее еще что-то. Говорит, давай, ну она не отказывается, она говорит, давайте потом. Просто, говорит, занята, либо поздно. Ну, в общем, короче, кидала она. Ладно, так что пойдем сначала с этим Чупушилой на охоту. Кстати, мне тут еще пытались напомнить про долги. Я думаю, мне еще раз это напомнить, поэтому немножко у меня по здоровью просевший. Я, если честно, не ожидал, поэтому даже запись не запустил. Ну, там два каких-то бомжа напали на меня и... Мы с местным стражником их быстренько ушатали. Точнее, убежали. Ну что, поехали. Еще время где-то 6 утра. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. А может одолжить мне... А чё, ну дай лошадь, чё, тебе жалко, что ли? Oh, certainly! Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Понятно, в общем, не сработал план, да? Ну ладно, давай, чё. Кстати, мне пришлось тут еще штраф платить за то, что я вечером без факела гулял. А чё, я лошадь не могу взять, да? Вот же, коняка есть. Я не могу. Ладно, пошли за ним. Блин, козлом, блин. Давай ему факел какой-нибудь там вставим, неудобное место. Блин. Кузнечик, блин, вонючий. Блин, я быстрее бегу, чем ты на лошади едешь, ты. Ой, за хвост дернем. Правда, скорее на меня легнет, чем его сбросит. Ну и что ты встал? Давай, я за тобой бегу. В одной руке у нас факел, в другой руке у нас палка. Вообще нормально. Так, секундочку, погоди. Давай тогда лук возьмем для охоты. Факел уже уберем, потому что мы в любом случае ушли за пределы города. И тут, я думаю, нам уже факел нужен. Да и рассвет, он уже, солнце встает. Так что надо двигаться. Интересно, нам вообще далеко бежать на охоту? Yes, sir. Anush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah, I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard, and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Panosh is on my back about it, and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Надо же, смотри-ка, он решил это. Ну, не извиниться, конечно, но вроде как признал и свою ошибку, и мне как бы сказал, что ты просто там это, сильно это не выпендривайся. Как бы это мой город, и все такое. Я понял. Но все равно ты мудак. Этим все сказано. Далеко нам ехать, слушай, а? Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I can walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir.
Откуда ты знаешь, что я за зайцами с вилами бегал? Может быть, я бегал за кроликами? Или за волками? Может, я вообще лютый охотник? Просто прячу это глубоко-глубоко в себе. Как научился ходить. Я так понимаю, ты с лошади-то не слазил, как научился ходить. Listen, I wanted to ask you about Scalics. I don't know if... That is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The humans attacked Scalics and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. I'm not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish. Еще и бухать с ним. Dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Чую, мы с ним будем закадычными друзьями. Сейчас напьемся там. Зажили-были, пообщаемся, потом морду друг другу набьем и будем лучшими друзьями. Нифига себе, куда мы там вообще умотали? Че тут, ближе зверей уже не осталось, да? Всех сожрали. Офигеть вообще, ничего себе. О, мы в какие-то густые леса ушебуршали. Мы на кого охотиться-то собрались вообще? Мне даже интересно. Фига себе всю эту дорогу пешкарем бежать, да я бы с ума сошел. Так. Лук, стрелы плохого качества, турнирная стрела. Дальнобойная стрела, блин, тут еще и стрелы разные, ты посмотри. Давай дальнобойную возьмем. Так, у этой 100, у этой 100. У этой 110 усиленная атака весом. Для охоты возьмем эту. Да тут, по-моему, и без нас уже лагерь разбит, разве нет? Говорит, разобьем лагерь здесь. Такое ощущение, что перед нами кто-то здесь был и разбил лагерь. О, по хлебочку я похавал, а то столько энергии сжег, пока бежал. Ты же не против? Ну все, я жрать. Принеси пану вино и солонину весь. Ага. Ой, блин. Короче, я тут какой-то шестеркой буду работать. Слугой, прислугой. Ну, понятно, я что-то. К сожалению, с ним не поспоришь. Достать вино и бекон. Ветчина, вино. Все. На, не подавись только. Coming up, sir. At long last. Так, отдать. Все, на, жри. Все. А, подтвердить передачу. Еще подтверждать надо. Are you enjoying being on the hunt? I am. Although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. А я думал, кстати, что это его родитель. Походу, это родственник он. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter.
Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. Да, короля нет. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Cumans. What? Cumans? But... You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Scalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know. Ладно, расскажем. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Scalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Scalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. А чё, ещё же светло. Офигеть, блин, дольше сидеть и отдыхать будем. Ясно. О, он тут раскладывается, походу, будет. Ветчину хавать. Так, а мне что делать? До утра, я так понимаю, ждать, да? Еще поговорить что-нибудь можно? God be with you, lad. What can I do for you? Так, он еще сопереживать еще умеет, да? Sir? Not now, blacksmith. Keep it for morning. Так, ясно, надо ждать до утра. А что, где здесь можно привалиться-то, поспать? Вот, спать. Ну давай. Есть я поел вроде, да? Сейчас проверим. Да, поесть я не могу. Ну давай тогда за... Какая-то миска. Это точно для меня постель, а не для собаки? Ладно, пофигу. До утра, да, говоришь, блин? Ой, так нифига себе, это мы целый день сюда ехали. Ого. Ладно, давай до утра, что там? До шести давай, опять. Ну вот, немножко пооткровенничали с друг другом. Смотри-ка, он и нам посопереживал немножечко даже. Не знаю, насколько это, конечно, искренне от такого человека. Ну, опять же, в прошлый раз в нем говорил горячительный напиток и плюс вульгарное поведение, как говорится, человека, который вообще не из его даже города, деревни, я не знаю, как правильно назвать. Если честно, городом это место тоже назвать не особо язык поворачивается. Удобство кровати 60%. Это вообще кроватью назвать невозможно. Удобство. Мы с вами сытые, здоровые, в принципе, выхилились. Игра сохранена, замечательно. О, смотри, вот рядом спит. Офигеть. Прямо пяточка к пяточке спали. Я в шоке. Я думал, у него тут какая-то будет это прям пушина, перина тут где-то рядом. Дядь. Че, может, пора? Сэр. Wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. I thought we were going to get an early start, sir. Early?
literally means at first light. Light, you dolt. Do you want me to break my neck in the black of night? Go back to sleep. Ясно, ладно, давай дальше, пяточка к пяточке. Только не легайся, смотри. Так, ну и до скольки еще? Ну, давай до 8, не знаю, до 9. Че, уже светло будет? Уже светло! Господи. Ой, с кем я на охоте, а? О! Походу, меня сам разбудил, да? What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Подглядел. Чё мне, до 10 считать? Так, он там говорил, где-то можно забрать стрелы какие или снаряжение, давай посмотрим. И нам надо поймать больше зайцев, чем он, да? Так. Украсть. Подожди, а чё украсть-то? Я не хочу воровать. А больше ничего нету? Чему украсть-то? Я хочу взять, он же сказал, можно. Другого нету, ладно, давай возьмем. Странно. Лучше на охотничестве, ладно. Принять. Сушеное мясо, тесак. Ну, лук у меня вроде есть, поэтому мне не нужен. Ладно, возьму втихаря. Немножко сушеного мяса взять. Чуть-чуть. Пару штучек буквально, давай, троечку. Вот так. И сушеных фруктов тоже. А, вот тут, не, ладно, не будем брать. Я не знаю, тесак мне надо брать, нет? Давай тесак возьмем. Мало ли, а то вдруг там какой-нибудь кабан там с нас дикий выскочит. Так, тесак, все. Так, давай снарядимся, что у нас есть? Оружие. Так, охотничий лук. Охотничьи стрелы. Тесак. Все, ну в принципе я готов. Так, у нас есть какая-нибудь пометка, где нам вообще ловить зайцев этих самых? Нанести визит писарю, ничего себе. Получается, нету пометки. Ищем зайцев просто и все. Берем лук. Лук взял, да. Я вообще не знаю, как я буду в зайца попадать, если честно, из этого лука. Кстати, помнится, зайцев я где-то тут как-то раз видывал. Так что, надеюсь, мне повезет. Зайцев видите? Я нет. Заяц? Не помню, это зайцы или нет? По-моему, да, вон уж торчат. Как же, мать твою, целиться-то тяжело вообще. Это жесть просто. Это просто нереальная жесть. Можно как-то задержать дыхание там? Так, по-моему, я вообще не так вот стреляю. Я, по-моему, сейчас все стрелы расстреляю просто в пустоту. Давай вот так вот. Понятно, чуть-чуть левее. Хорошо, он стоит на месте, не двигается. Может, мне просто к нему подкрасться и убить, а? Слушайте. Да ты гонишь, блин. Не, просто интересно попасть прямо из лука. Смотри, как он гуляет просто. Это я вообще сейчас ничего не двигаю.
Чуть ниже. Сейчас сестру его надо взять спущу. О, попало, отлично. Ничего себе. Совершилось чудо. Обобрать. Так. Короче, тут все так подписано, что все украсть. Тогда можно было, получается, все забрать, да? Так, а стрелы, которые тут расставляла рядом, тоже можно побирать или нет? Да, сами. О, тут стрел сколько. Ладно, пособираем. А до какого времени нам нужно охотиться? Мне интересно, целый день? Так, вроде все стрелы собрал. Ладно, ищем дальше тушки. Так, еще зайцы. Но если зайцы будут бегать, прыгать, то, блин, я в него не попаду. Значит, не будет постоянно так стоять на месте, правильно? Так, что-то я зайцев пока не наблюдаю. Зая. Зая. О! Да не дрыгайся ты! Ну-ка, как, насколько близко я могу к ним подойти? Вот так вот, вот. Высоко. Впереди еще один заяц. Так, правее. Да правее говорю, мать твою. Левее. О, он меня заметил. Почти, блин. То есть, может, они сейчас нажаться будут? Это жесть какая-то просто. Может, сесть? Да как вообще? Хоть пальчик вытяни, чтобы я мог как-то ориентироваться. Как вообще это возможно, боже? Господи Иисусе, а! Я сейчас чувствую, бомбить начну. О, есть. Надо же. Так, все забираем, мать твою, зам. Все, собираем стрелы, которые я тут повтыкал. А то у меня их не так много, походу, осталось уже. Собирай, тут еще позади должны быть. Ладно, фиг с ним. Там еще впереди где-то заяц был. Вот он, тихо. О, прикинь, прям в ухо почти попал. Нет. О, прям в задницу, офигеть. Все, специалист по охоте зайцев. Ребят, звоните. Номер укажу в описании. Все, звоните. Я профессиональный охотник на зайцев. Уже с третьей стрелы попадаю. Так. Зайцы-то они какие-то поношенные. Походу, у них не самые лучшие дни, я бы сказал. У них вообще, в принципе, не самые лучшие дни, потому что на них охота. Так, а здесь что у нас? Я бы какой-нибудь лося бы застрелил. Почему бы нет? Ну, с медведем бы я дела, конечно, иметь не хотел. А вот лося можно. Вижу зайца. Объект на 12 часов. Или это камень? Нет, это заяц.
Поближе, ближе, ближе, ближе. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть ниже. И вот так вот. Блин, почти. Почти, почти, почти. Так. Вот так. Сука. Они медитируют, походу. Это зайцы из Японии. Сука. Дышим. Главное, это дыхание. Так. Да, блин. Да, я... Вы видели вообще? Прям в него попал, алло. Ниже, 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 ниже. Да твою мать. Да ты издеваешься, блин. Давай в него тесаком кинем, а? В голову, попал в голову. Все, есть. Собирай. Блин, если бы реально бы сейчас надо было охотиться на зайцев, и именно так, как они себя ведут, то я бы ни одного зайца не убил бы. Никогда. Хорошо, не в коме какой-то. Это радует. Да подбирай давай. Сколько у нас там стрел, интересно, осталось? О, смотри, бежит. Это мой заяц. Чё? Чё он? Чё он сказал? Я ничего не понял. Стой! Что происходит? Ну-ка, посмотрим, что он будет делать. Чё он бегает? Мы все продолжаем охотиться или уже нет? Как тебе там? Ян! Балан, тихо. Да я тихо. Вообще, шепчу тут прямо в эфире. Еле слышно. Куда он бежит, я не понимаю. Да я, слышь, ты не ори на меня. Я тебе сейчас стрелу в задницу воткну, будешь знать. Чё там? Henry, you don't be quiet. Пошёл ты нафиг! Will you be fucking quiet? Короче, иди. Ой, нормально он тпшнулся с ней. Короче, я думал, там что-то интересное, а там, походу, ничего. О, ты видел, видел, а? Видел, как я попал на время? Метким выстрелом прям в глаз. Замечательно. Где мои стрелы? Тут где-то штук 40 стрел моих валяется. Вот одна. Смотри, он вообще стоит, ничего не делает. Заяц. Это мой заяц. С одной стрелы! Да я просто могучий охотник! Я не могу вообще, ты видел, а? Чё ты отворачиваешься? Смотри, смотри в лицо своему проигрышу! Стрелу-то выдерни из задницы. Ага, ага, да тут всех уже убил, как кого тут распугивать. Нету тут больше уже зайцев. Я всех расстрелял, я красавчик, я молодец, а ты говно. Ладно, давай еще постреляем. Сколько мне еще зайцев-то убивать вообще? Ну, подожди, есть там что-нибудь, какое-нибудь пояснение по заданию? Да скольки нам тут вообще тусоваться-то? Добыча. Состязайтесь с паном. Ну, состязаюсь, ладно. Ладно, продолжаем. Наверное, пока стрелы не кончатся.
Либо какая-нибудь хрень не случится. А с ним поговорить можно вообще, нет? Will you be fucking quiet? Мне с ним говорить нельзя. Он только на меня ругается. Блин, здесь слишком зелень немного, не видно нифига. Надо выше подниматься здесь. Плохое место. Ни одного зайца не вижу. Так. Не, вот там полянка, там хорошо вообще. Прям... О, тихо. Высоко. Да чтоб тебя. Да блин, чтоб тебя калеки били, а? Ну что такое-то, а? Это, заяц, это предупредительные лапы, чтобы ты немедленно сдался. Это я не знаю, что такое, блин. Ну. Да твою мать. Судя по всему, у меня перегруз, потому что у меня вот рядом справа от полоски жизни там он мешок на мужике нарисован. Не, я хочу прямо вот попасть немножко с большой дистанции. Что там трясется так интересно? А я только начал думать, что я супер охотник. Я супер охотник? Кто в этом сомневался? Да, у меня перегруз. Однозначно надо избавляться от лишнего будет. Так, где еще стрела? Вот. Так, мне надо бы где-нибудь скинуть. Я думаю, наверное, у Терезы в доме там же есть мой ящик. Я бы туда скинул все лишнее. Ну, по крайней мере, пока что. Либо что-то продать надо, чтобы деньгами обзавестись. Потому что, ну, блин, перегруз, это плохо. Он уставать будет быстрее. Так, ну и сколько мне нам еще тут охоту продолжать? Я, конечно, все понимаю, но, блин, я уже этих зайцев нашибал. Я столько не съем за неделю, за месяц. Да и вообще я зайчатину не очень люблю. Я больше курятину, говядину, свинятину, не знаю, пюретину. О, вижу зайца. Супчатину еще тоже люблю. Так. По-моему, я спалился, да? Блин. Так, подожди. Да собака. Вон еще один, давай к тому. А то этот в кусты убежал, там тяжело будет стрелять. Блин, этот сейчас тоже в кусты убежит. Тихо, давай подкрадемся. Давай. Hasta la vista, baby. Fuck. Fuck. Блин. Давай. Есть. Фу. Вот же стрела, бери. И вот еще одна. Так, а где у нас, где у нас лагерь, интересно? Я бы, если честно, уже вернулся. Мне что-то уже поднадоело. Кстати, я бегать не могу из-за перегрузом. Такие дела. Так, подожди, у меня есть какое-нибудь обозначение? Блин. А, ну мы... Подожди. Где-то...
Вот здесь, наверное, хотя я не помню, что мы какое-то русло воды переходили. Странно. Я заблудился! Черт! Ну ладно, переживать не стоит. Зайчатин у меня много. С голоду точно не сдохну. Где-то здесь должен быть наш лагерь. По тропинке, по-моему, если я не ошибаюсь. Блин, а. Я серьезно заблудился. Чувак, да давай заканчивать уже все. О, по-моему, там наверху. Уже надоело, охота это. Давай, уже не охота на охоту. Давай, пойдем винишко попьем. Этой самой. Ветчины похаваем. Короче, я спать. Ты как хочешь. О, пожарить можно. Не, нельзя пожарить. Спать, они. Здесь много мест, где можно поспать. Так. Давай, может быть, до вечера подождем, посмотрим, что будет происходить. Ну, типа, я такой вот здесь. Присесть можно, да? Давай сядем. Какая-то книжка у нас появилась, что-то какое-то обучение. И подождем до вечера. Ну, не до вечера, давай, не знаю. Ну, до 18 давай подождем. Может быть, что-то случится. Да сколько уже можно охотиться, это уже капец, я там уже весь лес порастреливал. Я думал, там какой-нибудь стресс с нами случится, там, не знаю, медведи нападут, там, бандиты, волки. Медведи, бандиты, волки сразу. Ничего не происходит. Я даже согласен проиграть, пофигу. Просто уже надо закончить это задание. О! Покажи, ну давай покажу, так, поговорить. How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look, why do you ask? You were right on my ass the whole time. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. It's getting quite late. I think we've had enough fun for one day. Отлично. И он мне еще и заплатил. Короче, я его обыграл. Дай глотнуть. Так, поесть можно? Че? Че делаем? Good night, sir. А, мы спать ложимся? I thought we'd have a bit of a chat again. Потолкуем. Ну да, потолкуем, чё нет-то. Мы уже с тобой почти как братья, чувствуешь, да? Чувствуешь, уже воняем как братья. All right, sir. Why not? Погнали. I probably wouldn't fall asleep anyway. Tell me, what's it like to be a blacksmith's son? Was your father a good man? Good and kind. And there was no better blacksmith in the kingdom. It's a shame. Smithing is a good trade. What about your father? What about him? He was the Lord of Polna, of course. I mean, I was wondering what happened to him. An accident. He was fording a river with his entourage when his horse shied and threw him. It was in the spring. The current was rapid and the water icy cold. That's awful. I'm sorry. So am I. And he was such a good horseman. Everyone said so. Well, we should bed down. Tomorrow we'll track ball. Very well, sir.
Так это еще не все, мы еще и второй день будем охотиться. Чувак, я хочу домой. Ладно, давай спать. Там, кстати, помягче была кроватка. Кстати, можно было пока что-нибудь скинуть в этот самый... ночлежку. Ну да ладно. Че, ну давай... Вот, все. Больше я не могу дальше. До полседьмого подрыхаем. В прошлый раз он мне где-то часов 7-8 поднял. Так что мне надо раньше встать и его тоже поднять. Ну, вот такая, ребята, охота. Видите, долгая, да, согласен. Ну... Я в любом случае, если что, тайм-коды пока установлю. Ну, просто серия все-таки слишком длинная получилась, наверное, все-таки полтора часа многовато, поэтому буду где-то в пределах, ну, часа стараться делать видео. Но задания, как вы видите, здесь неспешные. Нет такого, что пришел и сделал. Нет, все так, видите, не спеша, прям поохотиться. Дождитесь завтрашнего дня. Дождались. Чё там, ребят? Следуйте за Яном. God damn it, my stomach hurts. Перебрал, что ли, вчера? Смотрите, туманчик. В лесу-то. А где вторая собака? Блин, чувак, только не говори, что ты поедешь верхом. Я его сдаву... А, кстати, я могу бежать? Только я ускоряться не могу. Воу! Офигеть, мне лошадь головой по голове дала. И хп отняла. Все равно мудак. Мог бы подвинуться, мы бы двое кабы на лошади уехали. Ну да ладно. В принципе, по его, скажем так... Рангу не положено, чтобы всякие, ну, как он нас называет, холопы даже рядом-то бегали, а не то, что на лошади ездили, ибоной. Ну, мне кажется, на кабана будет посложнее охотиться, я думаю, вряд ли он умрет с одной стрелы. Ну, в него и попасть будет, должно быть полегче. Если будут кабаны, те, которых я видел, а я вот видел тут кабанов, то, в принципе, по ним попасть будет намного легче. Блин, мне бы что-нибудь скинуть надо будет, обязательно. Вообще, я бы, кстати, поесть, я же проснулся, можно было перекусить что-нибудь. Очень прикольная локация сделана, да? То мы прошли через кустарники, теперь чик, пошла поляночка такая. Ландшафт неровный, постоянно перепады местности такие. Бугорочки, мухорочки. Камушки, мугамушки. Блин, я не могу за ним бежать. Я могу только бежать трусой или шагом идти, и все. О, смотри, олени бегают. Офигенно. Можно было, конечно, там в лагере скинуть эти самые вещички, но, блин, а вдруг мы... Потом сразу пойдем в этот, возвращаться. Хотя, мне кажется, вряд ли еще, скорее всего, ночевочка у нас будет. See here, a wallow. And it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby. So, just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. Понял тебя. Вершина холма. Наблюдать. Какая лужа? Про какую лужу? Я там никакой лужи вообще не вижу. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Так, может быть, вдвоем стреляем сразу? Did you see that? Damn, I'm good!
quiet! So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... After him! Fetch! Курва! Лось! Асари довольный стоит, да, такой? Бля, Асари, я думаю, реально убил его с одной стрелой, думаю, нифига себе. Загони кабана. Задание выполнено, загони кабана. Найди я. Офигеть вообще. Куда он там убежал от меня? Охренеть. Ладно, погнали, чё. Блин, мне может что-нибудь скинуть, а вообще? Бросили меня тупо в лесу. Сам ускакал за этим гребаным кабаном. Так. Давай метку какую-нибудь поставим. Ориентировочно. Я, кстати, вообще не в ту сторону, по-моему, бегу. Давай сюда вот. О. Да, мне туда надо. Ой, блин. Блин, я думал, кабан это камень. Зайцев. Не, ну, мне кажется, если бы они вдвоем бы стрельнули стрелы из двух луков, может быть и... Ну, не убили бы, но он бы так резво не убежал, это однозначно. Да мне кажется, можно и стрелами убить, просто стрелу надо каким-нибудь ядом там смазюкать. Чтобы как-то, ну... И потом просто следить за ним. Гонщих отправить, я не знаю, там. Нормально. Наш холоп знает больше про охоту, чем этот... уважаемый, в кавычках, гражданин. Не, ну он, на самом деле, он не такой уж и противный. Он, конечно, противный, но... Ну, не настолько, насколько изначально думала, знаете, как обычно. Человека узнаешь получше, и вроде кажется, что он не такое уж и говно. Хотя, пока судить о нем ничего не буду. Что это? Съесть. Так, вот еще у нас есть покушать. Жареная уточка, яблочко. Ну давай навернем сыра с тобой съесть. А сколько у нас сыра вообще? Все, сыра у нас нету. Сытые 60. Давай яблочком это все загрызем. И так, ну шнапс оставим. Энергия. Я так понимаю, лучше, наверное, не есть сырое мясо. Вот сушеное мясо можно навернуть. О, это можно было там еще взять. Ладно, пить пока не будем. Так. Ладно, все, это все ерунда. В инвентаре потом порядок наведем обязательно. Ну что мы тут, где мы, рядом? Так, там олени прыгают. Ну и где он? Черт его дери, блин. Вы увидите? Я пока только зверей вижу, его не вижу вообще. Ни его, ни лошади, ни собак. Так, ну-ка. Может, где-нибудь в этих кустах? Он там, я заметил, любит по кустам скакать. Это что такое? Происшествие какое-то.
Блин, куда он там убежал-то? Ё-моё, блин. Капец, я вот сейчас точно в лагерь уже не вернусь, я просто не знаю, где он. Вон он. Или это не он? Нет, не он, наверное, без лошади. Ты кто? Ага, мимо прошел. Так, ясно. Ладно, по тропинке люди ходят. Ладно, ищем его. Так, я нашел какой-то лагерь где-то неподалеку. Может быть, он там. Я уже просто обошел довольно-таки. Кто там орет? Так, что происходит? Опа! Тихо. Отвязать. Отвязать, давай быстрее. Я так и знал, что он в какую-нибудь неприятность попадет. Поохотился, блин, на кабана. Thanks, Henry. We better vanish quickly. Follow me. Офигеть, а что у меня со здоровьем? Подожди, а что у меня так... Здоровье-то 50%, я не понял. Что, у меня какие-то проблемы, что ли? Может быть, это перегруза? Так, штаны... Подожди, написание убрать. Так, это у нас состояние. Давай выкинем, может быть, немножко разгрузиться. Так, состояние. Это у нас обуто сейчас. Давай это на... Ой, че с ногами, блин. Это выкинем, потому что все равно сношенные... Так. И еще что-нибудь надо выкинуть, и все будет у нас нормально. Ну, вот это, в принципе, капюшон, она тоже ничего не стоит и весит. Так, а что по весу, подожди. Вес, ну-ка. Вот, все. Ладно, пофигу, без этого походим. Подожди. У меня же там где-то было вроде оружие. Тесак лучше взять. Отлично. А мы типа уходим? Че это за стоны были? Так, я понял, убегаем, да? Блин, он нас догоняет. Воу! Тихо! Тихо! Ах ты, блин! Блин, я, по-моему, с ним не справлюсь, нифига. Там еще и лучник. Ну, давай, проткни ты его, ё-моё. Посмотри вообще, не, не вариант, по-моему, с ним драться. Блин, убегаем. Где мы? Где мы? Кто мы? Ай! О, что-то получилось. Я не понял, что случилось, но мы прошли.
Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? Да ты теперь так же выглядишь, как и я. Да пофигу, давай так скажем. With crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd crush your balls. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those Cuman swine roughed me up a bit. And my damned horse is bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Фу, блин, я чуть там не сдох, на самом деле. Ну ладно, задание главное пройдено. It's Lord Capon. Get here, everybody. You, help him. Ну, их отправили на охоту, чтобы они сдружились немножечко и улучшили взаимоотношения. Они их улучшили. Хотя могли бы и прибить друг друга с таким же успехом. Отправляйся, ой, куда? Я недавно видел коротышку. Какого коротышку? How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. To think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, I... Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. Отлично. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smil is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader. He must be the one who attacked me at Scarlet's. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Отлично. Нам дадут лошадь.
Походу, у нас будет возможность расквитаться с этим уродом, который у нас забрал меч. Но сначала нам надо будет разгрузиться, но это будем с вами уже заниматься в следующей серии. Да, я понял тебя. Поэтому всем спасибо за просмотр, друзья. Не забываем ставить лайки, пишем комментарии. И всем хорошего настроения. И помните, играем только в хорошие игры. Всем пока.